На Скованных Химках собственники машиномест в жилом комплексе «Солнечная система» отстаивают свой паркинг. Люди несколько дней пытаются выгнать тех, кто захватил помещение. Из-за претензий к работе управляющей компании жильцы по итогам общего собрания приняли решение ее сменить. А представители организации отдавать территорию не намерены. Значит, он сплю дверь. Пустили какой-то глаза газ. Появились какие-то люди непонятные сразу из толпы. И начали всех отталкивать. И устроили драку. Нашу собственность захватили какие-то бандиты. Происходит ни в коем случае не рейдерский захват, а происходит силовой захват собственности владельцев машин и мест. На место конфликта жильцы вызвали полицию, но попасть внутрь они тоже не смогли. А когда новая управляющая компания хотела приступить к своим обязанностям, ее сотрудников просто не пустили. Ну что, принадлежит всем собственникам в равных долях? Конечно, конечно. Почему они не могут его в нем убедиться, в нем туда зайти, посмотреть? Могут, конечно. Давайте. Но чуть позже. Почему чуть позже? Давайте сейчас. Сейчас это, нет такой возможности. Попасть внутрь полицейским удалось лишь поздним вечером. Сейчас помещение опечатано, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Помимо этого, собственники обратились в прокуратуру. Администрация Химок также пообещала помочь разобраться в ситуации.